Добрый день, меня зовут Николай. В этом видео я хочу рассказать вам, как приготовить вкусные куриные окорочка с минимальным количеством финансовых вложений и необходимого кухонного оборудования. Время приготовления примерно 1 час. Для приготовления нашего блюда нам понадобится микроволновая печь, посуда для микроволновки, нож и досточка. Итак, для приготовления нашего блюда нам необходимо окорочка, приправа, перец, соль и подсолнечное масло. Ну все. Итак, приступим к приготовлению. Берем кастрюлю для микроволновой печи и складываем сюда наши окорочка. Окорочка складываются равномерно. Каждый слой окорочков необходимо слегка посолить. Немножечко поперчить. Потом выкладываем следующий слой. Снова солим. Перчим. И оставшиеся тоже слегка посолить и добавить перца. Ну так не обязательно, но можно добавить немножко подсолнечного масла и слегка приправить зеленью. Итак, теперь надо поместить наши окорочка в микроволновую печь. Не забывайте, обязательно надо накрыть крышкой, для того, чтобы они не получились у вас сухими и были достаточно сочными. Температуру выставляем максимальную, но ставим пока только на 15 минут. Наши 15 минут прошли, достаем и надо перемешать наши ножки. Аккуратно, потому что кастрюлька может быть горячей, так что пользуйтесь какой-нибудь тряпочкой. Вот. Уже видно, что немного приготовились окорочка. Мешаем, переворачиваем. Нижний слой, в принципе, особо мешать не обязательно, потому что там образовывается бульон, который, в принципе, нижние окорочка всегда получаются наиболее сочные. Вот, а верхние надо помешать, перевернуть как минимум, для того, чтобы как бы равномерно распределялось тепло, и они готовились. Помещаем нашу кастрюльку обратно и выставляем мощность, ну, где-то 450, и можно поставить на 20 минут, это чтобы они не были сухие, мощность будет поменьше и окорочка будут сочные. Ну вот, наши окорочка уже приготовились. Вот, прошу обратить внимание, сколько выделилось бульона. Они очень получаются у нас сочные. Вот. Так, ну все, окорочка уже готовы. Теперь можно выложить их на тарелку.
и подавать к столу. Вот мы и приготовили куриные ножки в микроволновке. На приготовление этого блюда нам понадобился почти час. С вами был Николай, приятного вам аппетита и до новых встреч!